Привет, мои дорогие друзья, с вами снова Дмитрий, и добро пожаловать на мой канал «Высшая школа рок-н-ролла». Сегодня я продолжаю обзор музыкальных инструментов, и мне в руки попалась вот такая гитара. Это южнокорейская фирма под названием Peerless. Прошли те времена, когда пятерка именитых американских фирм держала весь гитарный рынок. Все случилось в конце прошлого века, когда именитые американские бренды отправились в Азию делать свои инструменты в целях снижения себестоимости и в конечном итоге цены. Затем и японские оказались вполне крутыми инструментами, а далее и корейские, а затем Индонезия, Китай, и сейчас основная масса бюджетных гитар изготавливается в Китае и вполне приличного качества. Азиаты молодцы, они быстро учатся, мобильная техника, компьютеры, автомобили – все это уже на острие прогресса. Гитары менее подвержены прогрессу, но здесь всегда требуется аккуратность. Классические модели уже зарекомендовали себя, придумать что-то сверхновое достаточно сложно, а остается экспериментировать с породами дерева, с формами гитары и со звукоснимателями. Итак, в интернете я нашел информацию о фирме Peerless. Основанная в 1970 году, южнокорейская фирма специализируется на изготовлении акустических и полуакустических инструментов. В их каталоге модели, основанные на классических моделях от фирмы Gibson, Epiphone, Grage. Данная модель называется Revolver. Название достаточно дерзкое и сразу требует доджару. Модель аналогична классической модели от фирмы Gibson ES-335, а также у Epiphone есть Epiphone Riviera. И напомню, что те модели и эта модель — это не пустотелые гитары, а они имеют брусок из клёна вот здесь посередине. Это дает не только блюзовый драматизм в звуке, а также солидную прибавку в весе. Вместо стандартных звукоснимателей и хамбакеров, что ставится на классическую модель ES-335, здесь стоят звукосниматели по типу P90 с формой собачьи уши. И напомню, что это звукосниматели-синглы, и на них здорово звучат различные рок-н-ролльные фигуры и рифы на толстых струнах. Вот спецификация сайта производителя. Мы имеем кленовый корпус, гриф из махагони, сверху палисандровая накладка, звукосниматели по типу P90, трехпозиционный переключатель и ручка громкости и тембра отдельно на каждый звукосниматель. Раскраску своих инструментов производители не просто называют белый, красный, черный, а как-то романтично. Arctic White, Vintage White. В свое время, когда у меня был Epiphone Casino, красный цвет у него назывался Cherry Red. Я не уверен, что этот красный похож на Cherry Red, скорее всего, какой-нибудь Wine Red, то есть винно-красный. Но, к сожалению, на сайте производителя спецификация цвета не указана. Ну, очевидно, что он красный, темный насыщенный красный, пускай будет Wine Red. Из особенностей данного инструмента хозяин поставил себе дополнительно систему Bixby, и роликовый бридж, чтобы струна хорошо проскальзывала. В итоге получился красивый и задорный инструмент для хорошего рок-н-ролла, блюза и рока. Посмотрим на звуки. Я сыграю по частям. Сначала на чистом звуке, потом на легком подгрузе и потом на сильном перегрузе. Thank you.
Также у меня возник вопрос, можно ли добиться хорошего джазового звука, сухого, глухого по тембру. И хоть данный инструмент к этому звуку не очень располагает, все-таки попробую что-нибудь накрутить. Это не самый желанный инструмент для джазмена, но все ж. Можно подвести итоги. Инструмент качественный, сделан добротно и аккуратно. Вполне можно рассмотреть как альтернативу классическим моделям. На сайте Perless ценника именно на эту модель нету, но есть цена на схожую модель. Она составляет 2 миллиона 200 тысяч южнокорейских вон. И по курсу на 15 января 2022 года это составляет порядка 140 тысяч рублей. Ну, ценник, скажу вам, сопоставим с именитыми брендами. Одна незадача, фирма не самая именитая, и, возможно, при последующей продаже будет сложно найти покупателя. Но мне почему-то кажется, что нынешний хозяин долго не захочет расстаться с этим инструментом. И напоследок скажу, что бренд Афилии как-то отжила свое, мир стал маленьким, и многие крутые ребята в разных концах света делают крутецкие вещи. Доверяйте только своим ушам и рукам. И да, действительно, руки решают многое. Хотя я вспоминаю одну историю, как некий молодой человек на одном мероприятии спрашивал меня, хороша ли гитара Эдвардс, но мечтает он о гитаре Гибсон. На что я ему ответил, что дело-то в руках. И он справедливо заметил, все вы так говорите, но играете на Фендерах, Гибсонах и Грейчах. Друзья, наслаждайтесь музыкой, играйте рок-н-ролл и не только. Я пожелаю вам классных гитарных пассажей. До скорых встреч и пока!